Департамент обороны США разместил заказ на закупку комплексов активной защиты Iron Fist для БМП Брэдли. Об этом сообщает официальный сайт департамента. В рамках этой закупки департамент заключил контракт с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, которая будет осуществлять установку комплексов активной защиты. Общая стоимость этой сделки составляет 191 миллион 200 тысяч долларов на установку неопределенного количества этих систем. Заключенный контракт рассчитан на 3 года с датой завершения его выполнения до 31 июля 2027. Надо отметить, что финансирование этой закупки будет осуществлено из выделенных средств на помощь Украине. Таким образом, армия США получит новые машины с комплексом активной защиты, взамен переданных М2А2 Брэдли. Комплекс активной защиты Iron Fist был разработан в нулевых годах, и кроме установки на технику сил обороны Израиля также предлагается на экспорт. Система разработана для перехвата управляемых противотанковых ракет, реактивных гранат. Кроме того, сейчас проводятся испытания по перехвату системой бронебойных оперенных подкалиберных снарядов. Добавим, в США недавно представили новые модернизированные боевые машины пехоты М2А4И1 Брэдли, закупки которых должны начаться вскоре. Помимо самих контраэлементов, на БМП были установлены бортовые радиолокационные станции, которые помогают обнаруживать ракеты, а также комбинированную систему предупреждения.